Отменить общие перемены и линейки. Роспотребнадзор дал рекомендации, как работать школам, если есть риски распространения коронавируса. С десяток пунктов опубликованы на сайте. Из главного предложения закрепить отдельные кабинеты и только там проводить уроки, исключить общение между разными классами на переменах и прогулках, по возможности сократить число детей в классах и не организовывать продленки вечерней группы. Ну и, конечно, правила дезинфекции. Все школы перед открытием должны провести генеральные уборки.